Итак, когда у человека есть святость, вид вещей, которых они привлекают, похожи на них. Вид вещей, от которых они удаляются, противоположные. Нечистота боится его, святость соединяется с ним. Святая женщина, святая еврейка всегда получит кого-то, кто похож на нее. Откуда мы знаем? Гемара, трактат Сота 2а, говорит, человек получает пару на основе маасав, на основании своих действий. А это значит, что пара человека основывается на его нынешних действиях. Не то, что он делал в прошлом, или что он будет делать в будущем. Это вращающееся колесо. Почему? Потому что святой благословен он говорит, основываясь на том, что вы делаете, это может измениться. Я поместил тебя в мир, и ты появился уже в мире на 7-м уровне. Пару, которую я решил для тебя, прежде чем я привел тебя в мир, также была на 7-м, 10-м уровне. Первый уровень — это, скажем, Эсав. 10-й уровень — это Яков, праведник. Ты на 7-м уровне, ты хороший. Пару, которую я выбрал для вас, тоже была на 7-м уровне, но вы оба были малышами. Вы вырастаете, 18, 19, 20, 21 год, 22 года. Вы решили, что Тора не так уж и для вас. Вы хотите быть философом. Ты хочешь быть этим, ты хочешь быть кем-то другим. Итак, вы опускаете 7-го уровня до 3-го уровня. Праведница, которую я выписал на чеке на твое имя, она не только не опустилась, она поднялась до 8-го уровня. Или она осталась на 7-м уровне. Продолжать складывать 3 и 7 неправильно. Почему? Потому что это было бы наказанием для того, кто на 8-м уровне. Женщина, которая сейчас на 8-м уровне, не заслуживает 3-й уровень. Хотя изначально было написано, что вы должны быть вместе. Это пара. Но ты испортил его. Ты испортил его своей нечистотой. Поэтому, угадай что, ты теряешь пару. Теперь она получает новую пару. Почему? Пару, мера за меру, который праведен для нее. Она на 8-м уровне, она найдет себе кого-нибудь ближе. 6, 7, 8, 9, 10. Кто-то близко с ней. Она не получит 3. Потому что дать ей 3 – это наказание. Она не заслуживает наказания. С другой стороны, если все наоборот, если она упала до 3-го, а он остался на 7-м, то же самое, только наоборот. Она больше не пара. Всевышнему придется дать ему кого-то другого. Основано Маасав означает, что это основано на его действиях сейчас. Какой он сейчас? Что означает, если иногда вы видите странные пары? Это всегда удивляло меня. Иногда вы видите странные пары. Вы видите действительно очень красивую женщину с парнем, который выглядит так, как будто он родился в пещере. Он как горбун. У него одна нога длиннее другой. Вы не совсем уверены, человек он или нет. Но она может быть моделью для любого журнала в мире. Всевышний помилуй. Даже представить невозможно, как это могло случиться. Или наоборот. Вы видите, что парень действительно очень красивый парень. И его жена, я не знаю. Она и какое-то животное из зоопарка. Действительно невозможно отличить. Вы не совсем уверены, что там произошло, но он любит ее, как будто она мой персик, она моя печенька. Что? Может, она съела печенье? Может, она и тебя съест? Я не знаю. Ты уверен, что она человек? Но ты видишь их вместе, неразлучники. Вы не совсем уверены. То же самое иногда происходит в религиозном мире. Иногда вы видите женщину. Она действительно похожа на праматерь Сару. У нее головной убор, все. Вы думаете... Я хочу, чтобы мой сын женился на такой женщине. Вы вдруг увидели ее мужа, который выходит из машины в кожаной куртке. Здесь шипован. Эй, что случилось, мужик? Кто это? Ее водитель? Что ты смотришь на мою жену? Слава Богу! Как это произошло? Это твоя жена? Может быть, он ее похитил? Может быть, он один из тех арабов, которые похищают еврейских девушек? Всевышний помилуй. Как это могло произойти? Как? Одно из двух. Я имею в виду, это может быть одним из многих вещей. Я просто привожу пару примеров. Первое. Она не всегда была такой. В какой-то момент она сделала чуву, а он нет. Возможно. Еще вариант. Он сбился с пути. Она сделала чуву, она сильнее.
Или они оба были религиозны, но он сбился с пути, он стал бандитом. Третий вариант самый актуальный. Потому что до первых двух вы уже додумались сами. Третий вариант — это она на самом деле не такая. Это все обман. Значит, она так выглядит. У нее есть головной убор. Но что происходит у нее в голове? Что делают ее руки и какой мусор выходит из ее рта? Всевышний, помилуй нас! Корах и его сообщники говорят: «Посмотрите на нее, почему она не с нами?» Мусор и грязь, которые выходят изо рта этой женщины, это чрезвычайно презренно. И пока я вам это говорю, у меня уже есть в голове несколько фотографий того, кто это. Они выглядят, я говорю вам, как будто они только что пришли из института про матери Сары. У них есть тюрбаны, как у Рамбама. Они скромные, насколько скромные могут быть. Но грязь и мусор, которые они пишут в интернете против меня, против Рав Мизрахи и всех, кто говорит правду, против Торы, против Всевышнего, против праведников. Ой-ой-ой! Смотришь на них? Рабанит! Вы начинаете видеть, что они пишут, что они говорят: «Ашем, помилуй нас!» Почему? Все фальшиво. Это все обман. Это просто модный показ. Поэтому муж выглядит так или наоборот. Он похож на праведника. Она выглядит так, как будто только что пришла с 42-й улицы. То же самое. Он мошенник. Так что, когда вы действительно святой, Всевышний приводит к вам святость. Вы нечистый? Всевышний приводит к тебе нечистоту. Так что Всевышний управляет миром. Не задавайте вопросы Всевышнему. Просите, что они делают, чтобы получить это. Это не произошло случайно. Эта случайность не была случайностью. Нет такого. Все очень точно управляется. И перемещается под влиянием святого, благословен он. Все. Все. Нет случайностей на небесах. Если женщина освещает себя, берет на себя чистоту, убеждается, что она остается чистой, убеждается, что она бережет себя, ведет себя как дочь Израиля, угадайте что? Святой, благословен он, вознаградит ее щедро. В Гемаре была женщина. Все ее сыновья стали первосвященниками. Гемара до такой степени говорит, что к ней приходили все мудрецы и говорили: «Как это возможно, что каждый из твоих сыновей мудрец поколения? Один сын? Хорошо, два сына, но все семь сыновей, все они мудрецы поколения. Все они самые большие раввины в мире, самые чистые раввины в мире, лучшие в мире. Как? Что вы такого сделали?» Она говорит: «Я всю свою жизнь, я никогда не позволяю даже стенам в моем собственном доме видеть мои волосы». Она наняла женщину, чтобы накрыть ее чем-то похожим на простыню, чтобы она могла переодеть свой головной убор в своем доме. Стены! Это не закон. Вам не нужно делать это в вашем собственном доме. Если нет другого мужчины, кроме вашего мужа, у вас может не быть головного убора, если вы хотите. Но большинство людей, у которых есть головной убор, в конечном итоге носят его постоянно. Но это не обязательно. Она перешла на следующий уровень. Она говорит: «Подожди минутку. Да, здесь нет людей. Да, здесь нет чужих. Но святой благословен он постоянно в моем доме. Святой благословен он. Я знаю, ты все видишь. Простыней или без простыни. Но это лучшее, что я могу сделать, чтобы быть скромной и перед тобой». Это кошерная женщина. Это чистый разум. Это ум, который знает, что святой благословен он здесь. И вот так у вас могут быть сыновья, которые мудрецы поколения, которые говорят: «Спасибо, мама, спасибо, папа. Я люблю Всевышнего, я люблю папу и маму, я люблю своих братьев, я люблю своих сестер». Вот как вам получить хороших детей. Будучи хорошими родителями, хорошими людьми, никто в мире никогда, в конце концов, не проигрывал из-за того, что выполнил мицву. Иногда кажется, что вы проигрываете.
испытываете. Но это только на мгновение. Это испытание. Вы действительно хотите это? Если у вас есть доверие, вы пройдете испытание. У вас нет доверия, вы потерпите неудачу. Как вам убедиться, что у вас есть доверие? Сперва найдите ответы на вопросы, которые у вас есть. Изучайте их. И самое главное, не испортите все всем ядом. Всеми светскими штучками, политикой, мусором мира. Не порть все это всеми этими вещами. Даже бизнес имеет свое время и день. Всему свое время и день. Если человек следит за своими глазами, следит за своей речью, это только вопрос времени. Прежде чем он станет очень святым человеком. Только вопрос времени.